сейчас по уроку движения по кругу будем делать стиль яблочко на тарелочке. Яблоко будет крутиться из центра по тарелке, и из-под него будет открываться фотография. Мы загрузили все нужные нам ингредиенты для стиля, так сказать, маску, тарелку, яблоко. Фотографию загрузим попозже. Сначала делаем само движение по кругу яблока. И так, как и в уроке, выставляем все значения. Идем синусная волна. Вставляем. И теперь сюда идем. Копируем это значение. Идем. Косинусная волна. Вставляем наше значение. Теперь эти значения все обнуляем. Так. Смотрим. Вот яблоко у нас вращается по тарелке. Нам надо, чтобы наше яблоко вращалось, начинало вращаться из центра. Что мы для этого сейчас будем делать? Остановим все это дело. И для слоя с яблоком создадим тут где-нибудь промежуточный кадр. Ставим 14 секунд время. Окей. Так. Теперь идем движение по X. Сюда заходим. Модификаторы опять. Вот наша синусная волна идет. Но нам надо, чтобы у нас яблоко начинало вращаться по кругу, двигаться из центра. Что мы для этого делаем? Мы идем вот сюда. Нажимаем второй ключевой кадр. У нас выделяется вот здесь. Нажимаем изменяемое. И бегунком двигаем сюда. Вот у нас получилась волна. Вот наша изначальная амплитуда нулевая. И она будет все увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Окей. Идем. Движение по Y. Делаем все то же самое. Идем. Ключевые кадры. Выделяем второй ключевой кадр. Тут у нас уже изменяемое включено. И также растягиваем бегунком вот сюда синусоиду. Окей. Что у нас теперь получилось? Смотрим. Вот у нас яблоко начало из центра вращаться к краям тарелки. И вот оно у нас на втором ключевом кадре дошло до своих границ и будет вращаться до конца слайда. Так, теперь займемся фотографией. Добавляем в наш будущий стиль фотографию. Ставим ее под яблоко. И создаем для нашей фотографии слой маску. Делаем ее круглую, как тарелка. Идем в коррекцию. Нитки. Делаем круглую. Окей. Вот наша маска для нашей фотографии. Идем в эффекты. Маска у нас большая. Нам надо ее уменьшить. Насколько у нас будет раскрыта маска, настолько у нас будет видно фотографию. Ну вот мы поставили маску по фотографии. Чтобы у нас более-менее все было ее видно. Так, скопируем размер маски. Следующий ключевой кадр. И теперь нам надо маску
поставить по второму ключевому кадру, так же как и яблоко, на 14 секунд, чтобы она у нас на втором ключевом кадре, на третьем была вот такого размера. А в первом ключевом кадре мы ее сделаем до нуля. Смотрим, что у нас получилось. Яблоко начало вращаться, маска началась открываться, и появляется наша фотография с нашим всадником. Вот, в принципе, такой стиль. Яблоко на тарелке. Пробуйте, и у вас все получится.